Екатеринбургские школьники стали победителями международного танцевального конкурса. На престижном дэнс-турнире в Польше ансамбль «Цветы Урала» взял гран-при сразу в двух номинациях. Ради этого россиянам пришлось прикинуться мексиканцами. Их язык танца жюри признало безупречным. Никакого акцента. Замечательно, что этот ансамбль не профессиональный, а любительский. В 10-й школе танцуют все. Одновременно в коллективе занимаются 200 учащихся с 1 по выпускной классы. За 13-летнюю историю «Цветы Урала» заработали множество международных наград. На этот раз им покорились снежные вершины. Так назывался конкурс в Польше. Дети одержали уверенную победу в народном и современном танце. Интересно, что по пути домой ансамбль заехал в Брест и принял участие еще в одном международном фестивале. И снова гран-при. На этом фестивале мы выступаем уже в 10-й раз, тоже в 10-й раз, он и проводится в 10-й раз. Но и как бы так, чтобы, как про нас сказали, сухая победа, это было впервые. Чтобы сразу гран-при за все номера. Ну, как бы номера отметили лауреатством первой степени, и в общем коллективу за все номера дали гран-при в номинации хореография.